Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня вашему вниманию представляем автомагнитолу Unison на базе процессора S400. Данная магнитола имеет на своем борту 6 гигабайт оперативной памяти, 128 гигабайт внутренней накопительной. Установлена магнитола на автомобиль Land Cruiser Prado 2008 года, модель 120. В этом автомобиле поддерживается управление с руля. А также дополнительно мы установили камеру заднего вида, которая включается в автоматическом режиме при переключении селектора в заднюю скорость. Парковочные линии также могут быть самостоятельно настроены с помощью вот этих вот маркеров. Затем обязательно сохранить. При переключении в парковку все выключается на предыдущее приложение. Планшет 9 дюймов установлен через переходную рамку. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе последних новинок автомагнитол Unison. Ставим палец вверх. Пока-пока.